Пробач, мій друже, що давно не бачив ти листа. Пробач, мій друже, що вже німі мої листа. Що ніч була задовгою для нас, і що пізнали ми з тобою гіркий час. Ідея відео і ідея стиха – це те, що вже, скажімо так, немолодий чоловік, який побував на війні, он потерял своего близкого друга там. Ему приходит письмо от этого старого друга, которое не отправилось, когда он еще был жив. И вот он решает ему написать ответ все-таки через много-много лет. И вот сам стих – это ответ этого друга. Война как-то очень близко, я считаю, очень романтично, хотя там вообще романтики нету, там только кровь, слезы, боль и грязь. И оно меня как-то тянет. Не знаю почему, я не могу на это ответить. Цель достигнута, и даже больше, чем достигнута. И на самом деле у нас целью была такая свобода. И в первые дни, конечно, мы немножко сами страдали от этого, потому что мы детям дали очень сильную свободу, да, вот на творение. Картина называется «Скованный разум». Символизирует это то, что сейчас многие отвлекаются на гаджеты, планшеты, телефоны, но при этом забывают про книги. Те люди, которые выделяют столпы, их презирают. Глубокая, сильная работа по не то, что по конкретно этим детям, а вообще по, ну, наверное, о том, как работает с этой свободой, с творчеством, с искусством, да, там, помимо терапии, которая была. Чи вдома, у мене дуже погані відносини з містом, з моїми там, які там люди живуть. Це позитивно, якщо дитина виганяє негативну емоцію. Вона вигнала її, вона практикувала її фотографії, мистецтві, і в житті вона вже не буде це робити, тому що вона це виняла з себе. Свобода творчества работает сильнее всего. Начиная от того, чтобы сжечь диван и сфотографировать, да, и представить это как фотоработу, заканчивая тем, что нарисовать рифмопортрет, там, да, маслом, гуашью, акварельными красками, написать большое полотнище людям, которые никогда не брали в руки кисточку. Это рисовалось очень мучительно. Пострадала 3 кофты. Одна из них любимая, это было очень печально. Это просто русалка. Мы там еще нашли череп кота, мы хотели его забрать, ну, Тася хотела себе забрать его, но Саша ее опередил. Не бояться и высказывать это через свои работы, через искусство. Вот у нас была история с мальчиком, который, когда приехал, он сделал сначала голову Гитлера черта, а когда он уезжал, он сделал вот как раз девочку розовую сакуру. Был направлен на детей с военной территории, там, где шли, где-то идут военные конфликты. Но на самом деле самая большая проблема, которая возникла у детей, это было насилие в семье. Это насилие в семье, которое, понятно, что депрессивные районы, да, но вот и мы с этим работали. Это были индивидуальные работы с психологом и какие-то общие, да, у нас такие тренинги, занятия. Понятно, что мы это изменить не можем, но их отношение к этому, как бы, как к этому относиться, как с этим жить, мы можем. Приїхала на цей проект, і якось з першого дня я відчувала своє крутені. І, типу, ну там, я змогла перед ними всіма відкритися, тобто не боятися показати свій справжній характер. Мабуть, вони дуже сильно мене змінили. Серйозно. Приїжджайте, і ви все самі поймете. Потому что здесь были дети, которые не умели ни рисовать, ни писать стихи, ни качественно фотографировать. И мы все это узнали здесь. Мы очень надеемся, что не только нам кажется, что это произведение искусства, не только нам кажется, что это важно, нужно, там, да, и можно с помощью этого детям помогать раскрываться и развиваться. И мы хотели бы с этими детьми, с которыми мы познакомились, пойти дальше, поехать в другие места, сделать другие локации. И поскольку мы их уже немного знаем, там, да, и знаем, что им было бы интересно, мы конкретно для них пишем второй проект, а на тот проект, который мы сделали сейчас, мы хотим приглашать других детей из прифронтовых зон.